يوسف، 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 он ушел. Увидел мертвого и ушел. Вы не видели Юсуфа? Юсуф, он ушел к Ади. Юсуф увидел мертвого и ушел. Он меня бросил. Юсуф! 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 Он меня бросил! Юсуф! 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 Госпожа Налян, что с вами? Госпожа Налян! Он меня оставил! Спокойно, спокойно! Сейчас мы вернемся в палату! Он ушел! Идем, госпожа Налян! Идем! Идем обратно! Да, он ушел! Идем! Госпожа Налян, прошу вас! Да, он может, он вышел подышать? Мы сейчас ему позвоним, хорошо? Но сначала надо вернуться в палату! Юсуф! Идемте! Юсуф! Госпожа Налян! Он пошел к Аде! Он пошел к Аде! Скажите! Пожалуйста, успокойтесь! Все хорошо, не кричите! Прошу вас, успокойтесь! Успокойтесь! Я здесь. Я с тобой. Я здесь. Я здесь. Тихо. Юсуф, не уходи. Ну, что я ты? Думала, ты ушел. Пожалуйста, не уходи. Я так испугалась. Я думала, ты ушел. Я был в столовой. Я думала, что ты ушел, но ты не ушел. Я испугалась, что ты ушел. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Ложись. Не уходи. Все хорошо, все хорошо. Я здесь. Спокойно, спокойно. Я здесь, я с тобой. Я с тобой. Я здесь. Вот так. Физическое состояние пациентки улучшается, но не могу того же сказать об эмоциональном. Тут только вы из родственников, больше никто не пришел. Да, я с ней остаюсь. Просто спустился в столовую, и она испугалась. Вы лучше не оставляйте ее после выписки. Лучше? Мне пора на работу. Я вечером вернусь, хорошо? Я приду, обещаю. Не бойся. Я поговорил с медсестрой, она тебе поможет, если что. Отдохни как следует. Ладно? Ладно. Скоро вернусь. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.